Здравствуйте, друзья! Вас приветствует телепроект о строительстве и ремонте. Про ремонт на Первом городском канале. Как всегда, наша бравая и дружная команда подготовила для вас все самое вкусное и интересное. Но это еще не все. В честь стремительно надвигающейся весны мы вновь открываем нашу традиционную рубрику «Преображение» и уже готовы познакомиться и пообщаться с хозяевами нашего первого объекта. Ну а вам предлагаем посмотреть анонс. Попытаемся попасть на российскую эстраду. Покажем, как проходит консилиум лучших экспертов в мире обоев. Какие это обои? Это винил горячего тиснения. И разрушим коридор. Итак, дорогие друзья, открываются двери, мы вступаем на объект, который в скором времени, уже с сегодняшнего дня, будет переделываться. Небольшая экскурсия. Вот, пожалуйста, коридор, собственно, в котором будет происходить ремонт. Громоздкий шкаф. Стена. Очень все тесно, очень все, как-то, знаете ли, дверцы уже, знаете, можно менять. Турник. Опа! Видно, что хозяева здесь спортсмены, но за его надежность тоже мы не ручаемся. Шкаф еще один зачем-то, тоже все старое, все уже такое повидавшие виды. Здесь, пожалуйста, опа, потолок. Потолок тоже нуждается в переменах. Например, вот такая вот история. Что ж, друзья, эта экскурсия завершена. И нам, естественно, хочется пообщаться с хозяевами этого объекта. И давайте встретим Ирину. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Ирина. Так. Здесь живет моя мама, и мы хотим помочь ей с ремонтом. Мы хотим поменять здесь полностью все, поменять шкафы. Полностью вот это все мы хотим убрать. Да, мы хотим поменять обои. Вы начали уже их убирать. Дизайн ближе, наверное, к классическому, но чтобы он был современный. Потому что ремонт в коридоре мы не делали очень давно. Ирина, со своей стороны мы обещаем, что вы вот этот коридор не узнаете никогда, вы больше сюда не вернетесь. Теперь Ирина и ее мама вернутся лишь в полностью отремонтированный коридор. И прежде чем мы приступим к работам, естественно, мы должны пригласить сюда дизайнера, чтобы она оценила, сказала, что она здесь хочет переделать. Все это после нашей следующей рубрики. Оставайтесь с нами. Ребята, эта рубрика обещает быть самой светлой рубрикой программы. Позвольте быть вашим путеводителем. Следуйте за мной, братья и сестры. Как вы поняли, речь в этой рубрике пойдет о люстрах и системах освещения. Модные веяния и тенденции, стилистические решения, необычные модели – все это прямо сейчас. Современные люстры имеют множество режимов работы. Некоторые функционируют как ночник, другие переливаются различными цветами, третьи вовсе служат как цветомузыка. Но сейчас мы вам представим кое-что новое. Вы просто вставляете флешку в люстру и... Все большую популярность сегодня набирает и классический стиль, который, пожалуй, никогда не выйдет из моды и в любой ситуации способен подчеркнуть ваш интерьер. Еще одним трендом в системах освещения являются вот такие подвесы. Чаще всего их вешают над барной стойкой, у вас на кухне над столом и так далее. В общем-то, с помощью вот таких систем освещения можно акцентировать внимание на любом предмете интерьера. Не сбрасываем со счетов и тот факт, что совсем скоро все мы переберемся в сады и на дачи, а потому
не забудьте наполнить светом и ваши участки. Благо, разнообразие садового освещения позволяет сделать правильный выбор. Обширный ряд люстр, светильников, систем освещения в ваш дом вы найдете в торговом центре «Алтай». Регулярная смена ассортимента, постоянные распродажи и честные скидки 50%. Добавь в свой дом гармонию уюта. «Алтай». Производственная 28В. Звоните по телефону 340-110. Дорогие друзья, вы продолжаете смотреть про ремонт на Первом городском канале. Пришло время, наконец, познакомиться с дизайнером, который превратит наш сегодняшний объект в настоящее чудо. Итак, знакомьтесь, Наталья Ушакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Ушакова – профессиональный дизайнер интерьеров. Каждая ее работа – это авторское творение, приковывающее взгляды и полностью отвечающее архитектурным и художественным требованиям. На счету Натальи десятки реализованных проектов – квартиры, бильярдные и даже стоматология. Наталья считает, что лучший интерьер всегда вне моды и времени. Итак, Наталья, вот, собственно, объект, вот коридор, который нуждается в ремонте. Вы, как специалист, ваш опытный взгляд, что здесь можно переделать, что здесь можно сделать. Давайте прогуляемся. Ну, переделывать мы будем все. С точки зрения функционала коридора обязательно поставим большой шкаф, вместительный шкаф, не такой глубокий, широкий. Во второй зоне обязательно поставим такой же шкаф. Монтируем, сделаем ее встроенным, и будет казаться, что это одна единая стена. Изменим пол обязательно, стены сделаем светлыми, чтобы визуально казалось больше места, просторнее, светлее. Заменим светильники, потолок. Обязательно заменим вот этот вот шкаф-кладовку. Сделаем его чуть меньше, но при этом он будет такой же вместительный, как и сейчас. Ну, сделаем все красиво. Все, разговор с Натальей считаю удачным. Нас точно ждет на этом объекте что-то удивительное. И, кстати говоря, в скором времени мы лично познакомимся с дизайн-проектом. Наталья нам его с удовольствием представит. Это произойдет после нашей следующей рубрики. Оставайтесь с нами. Скоро вернемся. Обеденный стол – это такой элемент интерьера, который почитался во все времена и во всех культурах. Именно за обеденным столом мы с вами собираемся вечером всей семьей. Давайте выберем такой стол, чтобы не прогадать, и он подходил именно вам. Выбирая столовую группу, следует руководствоваться как минимум тремя критериями. Первый – это габариты. Реально оцените пространство. Если у вас большая или средняя комната, выбирайте полукруглые или овальные столы. Отсутствие острых углов позволит совершить больше маневров. Например, поставить его посередине или разместить больше гостей. Если у вас маленькая кухня, выбирайте небольшой, прямоугольный или квадратный стол. Поставив его к стене, вы оптимизируете пространство. Также оптимальным решением для скромных пространств будет стол-трансформер. Скажем, к вам неожиданно нагрянули гости. И из стола вместо 4 мест получается 6-местный. Это как минимум. Еще можно по краям посадить, будет 8. Второй критерий – материал, из которого изготовлен стол. Материал стола следует выбирать, исходя из его назначения. Скажем, вы планируете за ним только есть. Подойдет отлично деревянный стол. А если вы также планируете на нем готовить, то отлично подойдет керамическая или пластиковая поверхность. Она прекрасно контактирует с продуктами питания и с влагой. Стеклянные столы также подойдут для этих целей, к тому же они визуально разгрузят пространство. Третий критерий – внешний вид. Выбирайте мебель на последнем этапе ремонта. Не хотите выбирать стулья в цвет стола? Выберите в цвет штор или обоев. Само собой, стол должен иметь приятные эстетические данные, и дизайн столовой группы в целом зависит только от вашего вкуса и стилистики кухни. Но не забывайте, что во всем важна гармония. Широчайший ассортимент обеденных групп в наличии под заказ всегда ждет вас в салоне «Новый стиль». Здесь вы с легкостью найдете то, что нужно именно вам, в одном месте, из качественных материалов по приемлемым для вас ценам. Приходите в «Новый стиль», сравните отделку, попробуйте варианты трансформации и сами выберите наиболее подходящую для вас мебель. А еще получите бонусы. «Новый стиль», Азина, 15. Дорогие друзья, не случайно видоизменился наш внешний вид, и не случайно у нас сегодня здесь Максим Старков, директор строительно-ремонтной компании, который расскажет, какие же работы нас сегодня
ожидает. Итак, Максим, тебе слово. Ну, сейчас мы начинаем к первому этапу, это демонтаж. Демонтировать мы будем все финишные покрытия, которые сейчас здесь присутствуют. Обои, линолеум уберем, разберем и выкинем старые шкафы, разберем и выкинем встроенные шкафы. Определим ход работ на следующие этапы и определим ровность и неровность наших стен. Замечательно. В таком случае ломать мы любим. Можно приступать? Всегда готовы. За работу. Давайте все ломать. Давайте вместе. Внимание. Вот это самая приятная часть нашего ремонта, пожалуй. Как демонтировать какой-нибудь старый предмет мебели? Вы берете руку, поднимаете ее вверх. Все, дверь скручена. Дорогие друзья, работы по демонтажу продолжаются, но у нас на очереди наша следующая полезная рубрика, а после вернемся и все самое интересное. Сегодня мы решили задать несколько вопросов главным экспертам по ремонту и отделке. Вообще, эти люди знают намного больше, и на любой вопрос у них есть свой удивительный, неповторимый ответ. Это, конечно же, дети. Поехали. Многие родители знают, что поход в магазин с детьми оборачивается серьезнейшей эпопеей. Сладкое, игрушки, ни один ребенок мимо таких товаров не пройдет. А как насчет обоев? Вот там вот что написано? Какие обои? Флизованные. Флизелин. Это называется флизелиновые обои. Из чего обои делают, знаешь? Какие глупые действительно вопросы задаю. Какие должны быть обои? Красивые. Умничка. Какие обои считаются хорошими? Виниловые обои. Молодец. Ты прочитала? Нет, сама знаю. Наверное. С картинкой хотела бы какие-нибудь обои? Угу. А с кем? С принцессой. А с Дарт Вейдером? Это для мальчиков. Как думаешь, флизелиновый Дарт Вейдер – это круто? Какие это обои? Это винил горячего тиснения. Умеешь клеить обои? Не пробовала? Я только отдирать умею. Держи. Молодец. Что надо сказать? В детскую комнату какие лучше обои клеить? Бумажные или виниловые? Бумажные. Все знает ведь. И это действительно так. Бумажные обои, как и флизелиновые, более экологичны. А вообще не бойтесь вовлекать детей в процесс ремонта. Советуюсь с ребенком, вы повышаете значимость его мнения. Кроме того, ребенок учится труду и начинает больше ценить результат, а значит разрисовывать обои вряд ли станет, если это, конечно, не специальные обои-раскраска. Кстати, широкий выбор детских обоев представлен в магазине «Обои 43». Помимо обоев, преобразить и украсить детскую комнату вы сможете с помощью фотообоев. Любимые мультперсонажи, красочные сказки, машины и многое другое в наличии и под заказ. Сейчас в магазине действует акция «Четвертый рулон в подарок». «Обои 43. Солнечный проезд 8». Подведем итог. Демонтаж на объекте завершен, это значит, мы можем приступать непосредственно к отделочным работам. Все это произойдет уже в следующей программе. И приоткрывая небольшую завесу тайны, в следующий раз мы встретимся с дизайнером, который презентует свой дизайн-проект, и мы узнаем, как будет выглядеть наш коридор. Все это в следующий раз. Ну а пока мы говорим вам до свидания. С вами был ProRemont. Увидимся в следующую среду в 20:15 на Первом городском канале. За помощь в организации съемок благодарим ремонтно-строительную компанию «Стрит», телефон 75-25-05, и дизайнера интерьеров Наталью Ушакову, телефон 8-912-729-15-52.